Доброе всем времени суток! Приветствую всех и каждого на своем канале. Вы ко мне заглянули, и я думаю, не зря. Если у вас случилась какая-то неприятность, какая-то беда с кошечкой, и вам нужны пропить витамины, восстановить вашу кошечку, оставайтесь со мной, я вам сейчас все расскажу и все покажу. У меня уже был обзор про котят, и я снимала витаминки. Конечно же, эти витамины, наверное, никто не обратил внимания, смотрели на маленьких котяток, а витаминки эти нужны, и я решила снять видео повторное. Видео это нужное и необходимое, потому что очень люди многие пишут мне и спрашивают: «Тифа, не были бы у вас такие моменты или вот такие?» Вот, и для того, чтобы избежать всего этого, я вам сейчас расскажу, что я делаю и как я делаю. Вот моя маленькая девочка, мы оставили себе Багирку. Мою красавицу, да, маленькая моя. На, иди сюда на витаминки. Давай покажем, как мы кушаем. Давай, покажем. Багир, покажем витаминки. Я им только что дала витаминки. И своей старшей Лилу. Видите, она же банку облизывает. Моя маленькая. Вот, и дала старшей кошечке, Лилуше. Все знают, кто меня смотрит. У меня Лилу родила 4 прекрасных котят. Котят этих у меня уже всех разобрали, осталась одна Багирка, моя шкодница маленькая, иди сюда, моя девочка, моя хорошая девчонка. Вот, и я ей взяла для шерсти. Как видите, у нас шерсть плюшевая, она у меня плюшечка, моя маленькая, да. И взяла я ей витаминки на 14 дней Ветаскин, называются витамины польские, не оставляйте это без внимания. Почему? Если вы будете систематически принимать эти витамины каждые 2,5-3 месяца, у вас шерсти в доме не будет. Кошечка у вас будет очень красивая и не будет оставаться у вас на одежде. Да, моя хорошая, давай сюда. Она у меня такая независимая, не любит очень сильно на руках, ей везде нужно все успеть. Вон она уже помчалась. Все, она уже убежала. Накушалась витаминок. И она убежала от нас, моя хорошая. Витаминки маленькая я даю для шерсти. Называется они Ветаскин. Я сейчас покажу, как они выглядят. Витамины эти дорогие, я вам скажу сразу. Если покупать большую вот такую вот упаковку, она стоит гривен 400-500. Это очень-очень сильно дорого. Если вы будете покупать поштучно, это ветеринары, то есть можно купить комплекс. 5 штучек на 10 дней. Через день мы даем витаминки. Либо 7 штук на 14 дней. Витаминки выглядят эти вот так вот. Срезается только верхушечка. Я срезаю верхушку, выдавливаю и котеночку в ротик. Кушают с удовольствием, облизываются во весь рот. Вот, только что вот они меня слопали. Вот, я вот так выдавливаю. То есть это витаминку. Прям вот, вот видите, да? Котеечки, все в ротик. Постарайтесь а так, чтобы кошечка ваша скушала все. А своей старшей Лилуши я взяла Ветаскин. Точно такие же, только для иммунной системы. Это польские витамины. Выглядят они вот так вот. Как видите, верхушечка тут не острая, а немножечко притупленная. Так же самое я выдавливаю и даю ей. Почему даю? Потому что нужно немножечко поднять иммунную систему. Кошечка кормила, деток отдала много силы, энергии. Вот, поэтому нужно ей немножечко помочь. Я ходила к ветеринару, у нас была очень такая проблема сильная. Кошечка была очень молочная. И нам пришлось обкалывать грудочки, чтобы не прибывало к нам молочко и не было мастита. Никогда бы не подумала, что у кошек бывает мастит. Вот так вот. То есть мы ездили, и мне посоветовали, капельки нам дали, я их не даю, я вам скажу откровенно, хотя я их взяла. Мне кажется, они дешевые и даже неэффективные, я не знаю. Я пошла и взяла витамин X, и вот я буду давать ей 10 дней. Я взяла всего 5 ампул по 1 ампулке в день, через день. То есть это ровно 10 дней проходит. Витамины замечательные, поэтому не оставляйте это без внимания. Мало ли какая-то проблемка,
Вы вспомните меня, придете, посмотрите это видео, ссылочки я кину с названием этих витаминок, кину себе под видео, и вы постарайтесь у себя в городе найти зоомагазин, где продают такие витамины. Вы будете очень удивлены, поверьте мне, потому что мы витамины использовали разные, очень много, и всяких вкусных, но такого эффекта у нас не было. От шерсти я давала лилуши 14 дней. Сделала перерыв, потом еще взяла на 5 дней. Вы не представляете, у меня у кошки даже изменился цвет. Это замечательные витаминки. Даже можете не бояться, проконсультируйтесь с врачом, ветеринаром своим. И она вам скажет, да, они замечательные, они работают. Действительно, я это увидела на лицо результат. Поэтому я не боюсь даже давать маленькому котенку. Так что, если у вас какая-то неприятность или что-то случилось с котеечкой вашим, с вашим питомцем любимым, подавайте ему витаминки. Вы будете очень-очень сильно удивлены. Я хотела, конечно, снять этот нужный видеообзор, потому что я думаю, что даже некоторые о таких витаминах и не знают. Я сама недавно узнала, и я очень-очень сильно довольна. Но давать их нужно перерывом 2,5 месяца, 3. Вот так вот. То есть это не постоянно, это лечение. Регулярно давать их не нужно. Я очень рада, что смогу помочь кому-то из ваших питомцев. Хорошо, что есть такая возможность, что мы можем поделиться, блогеры, своей какой-то информацией, своим каким-то опытом. Мы были тоже столкнулись. Обычно бывает, вы знаете, у котяток либо под носиком черненькое становится, либо ушки начинают, шерсточка сыпаться, да, лысые ушки. Обратите внимание, вы думаете, может, это лишай или что? Нет, милые мои, это все от питания. Пересмотрите, отрегулируйте питание вашему котенку, потому что очень важно, чем вы кормите своего котенка. Я вам желаю всего хорошего, всего самого наилучшего. Растите здоровенькими. До свидания, мои родные.